Фильм телекомпании РГВК «Дагестан» покажут завтра в 8:55 на телеканале «Россия-1» в программе «Мусульмане». Главный герой выпуска – знаменитый ансамбль «Лезгинка», которому в этом году исполняется 55 лет. Автор телепроекта – редактор художественного вещания Зарипат Курамагомедова. «Лезгинка», созданная более полувека назад Танхо Израиловым, стремительно вошла в число лучших профессиональных коллективов. Она известна во всем мире наряду с ансамблем Игоря Моисеева, «Березкой» и хором имени Пятницкого. Ну а 7 декабря этого года в Государственном Кремлевском дворце состоится большой концерт, посвященный юбилею дагестанского коллектива.